Zoom notifications. YouTube. Now. Red Circle. Watch it now. Eagle Circle official. Cyrillic letter Bengals time. Cyrillic letter UK. Gene the IWE. The Cyrillic letter Bengals. The Bengals. The Bengals. The Bengals. The Cyrillic letter Red. Cyrillic letter to Cyrillic letter to Cyrillic letter Red. Я был совершенно другой, не системный. Одно время звали секретаря парткома, не дать стране. И я выходил без победы, без 40 лет. Люди устали от того, что навязывается сверху 10 лет. И заранее объявляется, что тех победит. Получилось великое. И все начинают во всех обстоятельствах. Дырки, говорит об этом, все газеты, телевидение, интернет, все. Опросы общественного мнения, все. И она уже будет с улыбкой, она уже президент. И заказывает банкет. Это категорический метод. Никогда не знаю. Я вот заказал свои генеральские мудрички. Я все сказал, я подписал указ. А как же видите, мы купили его соревнования. Даже генералы будут. И все. И он будет висеть мундир. Так и здесь. Банкет. Какой банкет? Еще целый день выборов и подсчитать будут. Я посмотрел, что, во-первых, этот клан Клинтона уже был, людям это не нравится, то муж управляет, то жена, это не годится. Это раз. Но это не столь важно. Важно то, что США уже установили сравниться. Третий срок представитель одной и той же партии очень редко был. Это был Рузвельт, это была война. А это тоже как бы играет роль. Смысл. Не хотим подчиняться партнерам Платуне. Тоже та же КПСС, только объединенная энергия часть. Навязывают, давят, наконец просто долбают именно. И такой, и сякой. Грани вытаскивают якобы компромат 10 лет назад, где-то в раздевалке. Кому там что-то сказал, это вообще дикость. Мужчины обсуждают эти вопросы. Это ничего из такого нет, чтобы это подавать как компромат. И чтобы человек не мог быть президентом. У нее, у Хиллари куда больше минусов и компромат. И обстановка. Надо чувствовать обстановку, я анализирую Европу. Там все большее влияние получают другие факторы. Там есть системные бюрократы, социалисты, террористы в Британии, там консерваторы и лейбористы. Везде есть дихотомия. Чуть-чуть левые, чуть-чуть правые. Сейчас стали рываться наверх. Совершенно новые партии, во главе с людьми, которые вообще не были известны. Поэтому общая тенденция, ее нужно было уловить. Она давно уже, но самое первое, говорю, это, допустим, мой личный опыт. Выборы в Государственную Думу, даже выборы президента. Как только прошли выборы первого президента России, 12 июня, 21 год, ЦК КПСС заседание. Идет Яшин, идиот. Мы здесь сами должны обсуждать победу Ельцина, мы это прогнозировали. Поскольку КПСС напрямую никто не пошел, а Рыжков был с вами. Вот давайте лучше подумаем, почему никому не известны беспартийные, ну, тому времени, когда партии, но близкие, малоизвестны. Малоизвестны, чем занимают третье место. 6 миллионов ему отдали свои голоса. Это первый раз, как бы, звоночек для понимания того, что ситуация меняется. Я могу быть сильным, я возьму. Пока первый министр внутренних дел, там Кулеев, там другую должность занимал, будучи Львовским военным округом, я ничем не командую. И вот, этот момент, 88 год, меня, Кулеев, один подвигает, я там депутат. 91 год, я получаю такое место призовое, третье, бронза, впервые. И без копейки денег. Мне дали 200 тысяч долларов. Я успел сдать 80. Только на плакатах. Все. Выборы бесплатные. Посмотрите, кинули там почти миллиард долларов.
Вот так выборы делают. Там миллиард тратят, а я 80 тысяч. 200 раз меньше. 300 раз. Ну, а значит, без денег, и без поддержки, и вообще никто ничего не помогает. Я сам сделал, моих не делал. Смотрите, удивительно, что в 93-м году я на ваш прорыв был такой же, как сейчас у богемы из «Подышать Америки», где Россия подошла с ума, должны голосовать за 2-3 недели. Я спрашиваю одного,
журналисты американские. Чего, почему так происходит? Вы знаете, у нас в выборах мало участников. Люди не успевают голосовать. Поэтому мы разрешаем голосовать досрочно. Кто говорит, богатая страна, самая богатая в мире, самая развитая, то в выборы не хватает избирательных участков. И действительно, 8 ноября очереди стоят. На наши выборы никого нет. Ты входишь в пустой участок. Ты один практически голосуешь. Время тебе потребуется 5 минут. Поэтому, когда я вижу, что досрочное голосование 40 миллионов, каждый пятый, такого количества нигде в мире нет. Когда все время заявляют о поддержке даже представители этой партии, я видел, что это все такой натиск на него, на одного, и я понимал реакцию американцев. Они не забитые, они не трусливые, они родились в Америке с выборами. Эта страна создана на выборах. Они пришли до первой поселенцы и стали выбирать. Участкового, у них расширение называется, судью, прокурора. И только у них выборы губернатора имеют значение, что губернатор того маленького государства, глава, который когда-то был, они их создали, а потом 50 объединились. Вот все в совокупности, я понял, что победа Трампа обеспечена. Они сами заставили избирателей голосовать за Трампа. Им бы умели на как? На Трампа. Но этот не остановить. Они боятся. А вдруг все-таки он победит, если на него не нападать. Потом все артисты, я вспомнил, выборы есть. Есть не выбор. Все артисты, день и ночь. Везде, по всей стране, концерты, все выступают. Самые знаменитые. Но у нас они заставили артисты. И то. Второй, уже заставили. Просто, по-моему, договорились за деньги. Что? С артистами, чтобы артистов поддерживали. Я имею в виду избирать. Так надо видеть, что просто его... Вот. День и ночь по радио, есть. Я приезжаю в Иваново, мой митинг, я поехал по стране. Выступаю. В конце митинга подходит старушка, по руке мне так хлопали. Спасибо, сынок, что ты за Ельцина. Потому что поняла, что я такой кандидат. Как бы день и ночь в голове. Она решила, что я приехал агитировать за Ельцина. Я же видел, кто я. Почему? Я Жириновский. Я сказал, что я кандидат, президент, Жириновский, я юрист, а кто-то лет. И потом наша программа была. Она подошла позже и слышала, кто он такой. Но поняла, поскольку вся страна на Ельцина, она решила, что я тоже приехал агитировать за Ельцина. Это все разные выборы. Когда я все это проанализировал, и уже вот буквально первые, в начале осени я понял, что Трамп победит. А скажите, как вы относитесь, что если голосование проводилось среди нашего кабмина, то российский кабинет министров выбрал бы Хиллари Клинтон? Это плохо, конечно. А так бы и было бы? Это не только кабмин. И многие политологи у нас. Да, конечно, Хиллари. Зачем работать? Зачем думать? Раз в Америке решили, что Хиллари, чего они будут здесь в Москве решать по-другому? Вы посмотрите на лицо Венедиктора. Они ходят, Сережка, как так? Они думают, что Хиллари. Думали, что эхо Москвы будет помогать мне из филиалов в Чикаго, в Америке. Эхо Москвы не очень помогает государству. Эхо Москвы помогает государству. Но там тоже есть отделение в нашей государстве. Тоже есть. То есть я политологи, все, как все были закинули деньги. Институт США и Канады вообще обновлен. За наши деньги существует целый институт, изучающий Америку. Роров там сидит, до этого Арбатов сидел. И все есть главный научный сотрудник, старший, ничего себе с вами сказать. Вы же только этим и занимаетесь. Вы страну изучаете, и от вас требуется заключение только раз в 4 года. Какие шансы у кандидатов в президент? И я, не имея отношения ни к стране, ни к этому институту, да и уже правильный диагноз. Зачем им нужны закрыть институт? Это огромные деньги. То есть цель создания этого института была помочь руководству страны понять, что происходит в Америке. Но там выборы ноября 16 года, они ничего не сказали. Современное удостоверение, ее заключение, прежнему, о возможности ввода советских войск в Афганистан. Зачем нужны эти научные заключения? То есть там сидят люди, я имею в виду документарный свет. Там, естественно, это нормально, там были сахара, посадили, там, как сказать, огромное количество
врачу, сейчас там сотни людей, которые создали нам замечательную такую технику и прогресс. А гуманитарий, он просто ковер. Это было уже 30 лет прошло. Через 30 лет такой же совершенно нет. Ну, неправильный анализ. Почему? Да ничего делать. Что это случилось? Ну, ладно, идет. Пишут то, что американцы сказали Хиллари. Вот, и они пишут, да, больше шансов у Хиллари. Вот в этом институте я вспомнил, что у вас же есть собственные мышцы. Да, есть, да, это, да, да. А много чем. Ну, во-первых, мы хотели через него готовить кадры для себя. Потому что нету такого вуза политического в стране, чтобы он готовил кадры для партийной работы. В советское время была обычная партийная школа, Академия общественных наук. Сейчас таких нет. Где просто учили бы методики агитации, пропаганды и так далее. И плюс, нам это удобно было бы, если было много наших специалистов. Они бы работали в разных учреждениях, и благодарны за учебу в нашем вузе, в общем, были бы как бы такими вот невластными нашими агитаторами. Да. Ну, это полное название получается. Институт мировых цивилизаций. И мы дали название, почему? Это часто актуально, что сегодня не международные отношения, не межгосударственные, не внешняя политика какой-то страны. Сегодня идут отношения между цивилизациями. Это их шесть. Западно-христианская Европа, Америка. Восточно-христианская, мы все православные страны. Ислам, вот он, крайне весь. Буддизм, иудаизм и, значит, язычники. Вот шесть цивилизаций. А вот центральная идет между западно-христианской цивилизацией, восточно-христианской и исламской. Вот между тремя цивилизациями идет столкновение. Вот в Сирии мы столкнулись, пожалуйста. Вы сами в этом учебном заведении появляетесь? В свое время я прихожу там один-два раза. Вы последний раз там были? Вот у нас было 1 сентября. Открытие. Я считаю, читаю лекцию вводную на закрытии вуза. И среди. Это еще штатный профессор Московского университета, Мора, когда там почетные выпускники. Там иногда 1-2 раза в год. И где-то меня просят тоже, приглашают. Ну, ГИМО иногда выступал. Я многие вузы Москвы объехал за 20 лет. Поэтому, когда есть время, я выступаю, это живое общение, оно полезно. Вы считаете, что сильно изменил студенчество? Тут парень, когда вы были студентом или нынешним? Конечно. Огромные знания, что они столько в телевизоре не беру, интернет, смартфоны, мобили, да моментально все узнают. Сразу, не надо задуматься, то есть все не знают. Но все время настаиваем на том, чтобы понизить волю избирателей. Пусть голосуют 16 лет. А такой где-нибудь есть? Есть. Где? В Иране есть. Значит, в Венесуэле, то есть это в некоторых странах мира есть. Потом, почему мы не должны быть тоже здесь как бы в авангарде? Мы разрешаем голосовать всем больным, прикованным в постели, которые уже ничего не соображают, а дети 16 лет, которые все понимают, лучше нас они. Это самый противный уровень, 11 класс. Потом пусть они уже будут больше карьера. Конъюнктура, а здесь они все предмет. Они самые умные дети. Нет, голосовать не пойдешь. Да они лучше нас сами. Они потом, вот даже если бы они условно не были бы очень разными. Но они хотят голосовать так, как они считают. Есть старшее поколение, где очень много людей, которые не факт, не суд. А почему они должны голосовать? Они-то самые здоровые, потом болезни берут. А поэтому за то, чтобы они участвовали в этом. 16 лет. Ее тренер 15 лет, пускай будет. Только смотрю вот на вас, и слушаю, думаю, виртуозно Жириновский агитирует молодежь в ряды ЛДПР. Прямо вот никто не заподозрит, что мы с вами не договорились про это. Ну, конечно, хочется. Они я просто аплодирую. Во второй части передачи мы с вами поговорим о любви. Thank you.
любовь. Я пока ждал вас, обнаружил вот такой список любимых песен Владимира Жириновского. Да. Очень патриотично. Нет ни одной рубежной песни. Почему не любите? Нет. Просто жил я в Алмате, там практически мало было вот, по радио каких-то иностранных песен. То есть было все такое, только советское. И это все запомнилось. Потом я в Москве тоже как бы вот некогда мне было приобщаться к зарубежной музыке, потому что я помню, с трудом попал на Бонни М. В театре России. И то, по-моему, ну да, по-моему, в студии Стива. То есть просто не было возможности приобщиться. Когда еще было мало. По радио мало давали. На концерты ходить было дорого, да и не стали просто. Случайно один раз прорвался по звуку Бонни М, все так говорят. Ну, я пошел, как там где-то удалось взять билет, посидел. Послушал, вот в этом плане. А сейчас они уже знают все эти зарубежные самые. У меня в голове остались вот наши песни советского периода, но там нету политических особенных песен, там в основном лирические. Но они, еще один момент, все-таки они, мне кажется, больше для такого, для души, просто поразмыслить. Потому что, ну что, песни там что-то, ты закурила, там ты пошли, там что-то мы поцеловали, что-то потеряли, а это вот. Трошин исполняет Владимир Трошин. Ночной звонок. Я вхожу в автомат ночной, набираю я номер твой, и сигналы к тебе летят, а вокруг ни шагов, ни машин, только ветер и снег. Он взял сценку. Это автоматы стояли, у нас не было мобильников. И вот парень входит туда, звонит девушке, волнуется, говорит, он, она, что-то вот песня, которая нам всем напоминала нашу реальную жизнь. Как мы звонили своим девушкам из-за телефона автомата, не всегда было 2 копейки, и было холодно. Вот такие песни, конечно, вот восточные. Вот я прям попал, как-то Абазинский только начал ее петь, она тоже в душу запала, потому что все это льет ли теплый дождь, падает ли снег, я в подъезде возле дома твоего стою. Знаю, что пройдешь, а быть может нет, если я тебя увижу. Это песня, которая действительно, кстати, она волнует. Что вы его слушали? Нам было жалко, что он пропал. Лет 10 прошло, и где Абазинский? Вот такого рода песни. Эти песни, которые исполняют Сергей Захаров, начало его эстрадного исполнения, те песни Муслима Магомаева. Да вообще в детстве, Рашид Бей. Это вообще... Тоже было весело, так это вот приятно было. Эта песня мне врезалась до сих пор в голове. Там годы, а река бегут, как живые, переливаясь, журча из меня. Возле арыка я помню впервые, глянули эти глаза на меня, и там дальше все. Я же помню певца, кто исполнял. Эрмек Серкибай. Юношеская память, все это запомнила. А казах, да. Но на русском языке это тоже такая лирическая песня. Может, для Москвы арык непонятно, а там у нас везде были арыки, вода с гор текла, чистая, хорошая. То есть это вот все запомнило память. И песни были именно лирические. Исполнитель был один, не было этих групп, виа, так сказать, какие-то там ансамбли. Потом будут песняры, потом будет это вот на-на и так далее. Вот те песни, которые действительно вот как-то отложились в памяти, в душе, и они связаны с переживанием. Это вот мне нравилось, и я их так как-то помню. Про любовь понятно, значит, подпеть, да. Жириновский любит. А еще Жириновский любит Алма-Ату, потому что по вашей инициативе одну из станций в Москве, метро назвали Алма-Атинская. Вы проводили. Когда последний раз были там, в родной Алма-Ате? В 2006 году решил... Юбилей, 60 лет, поеду по родным местам. Взял спецвагон, поезд Москва-Алма-Ата, чтобы въехать в Казахстан. Мне тоже с родства запомнилось степь. Это часть России, Казахстанская область. И вот Казахстан. Бескрайние степи, где-то там далеко верблюд, там или юрта, овцы. И вот проехал 3 дня до Алматы, именно по дороге. Первый раз я ехал обратно, Алма-Ата, Москва. Мне было 14 лет. Первый раз влюбился. Опять запомнился. На всю жизнь. Не такая уж прям совсем
как Ромео, но первый раз какие-то я испытал такие вот чувства симпатии. Вот посмотрел город, но изменился страшно. Я долго искал авторемонтный завод, на котором я работал как бы раз в неделю, производственное обучение, со школы. Даже два раза, по понедельник, четверг, мы ходили на завод. Так все застроили, я на машине никак не мог разобраться, где же этот завод, где эта проходная. Поэтому не узнать город. И здесь мы что теряем? Для нового поколения нравится высотные дома, красиво все. А я ходил в кинотеатр «ТЮЗ». И театр, и кинотеатр. Назывался «ТЮЗ». Нет его. Площадь была, нету. Ресторанчик такой небольшой, но уютно. Прямо на улице столики, там все, так сказать, деревья. Самый зеленый город в Советском Союзе. Самый зеленый. Мама, да? Да, самый зеленый. А и зоопарк был самый лучший. Потому что были естественные условия созданы для зверей. В Москве он в городе, а это практически за городом. Вот таким город, когда запомнился мне, а теперь ничего не узнаю. Поэтому уже нет, не почему тосковать. А где эти улицы? Все совсем по-другому. Все, где я ходил, смотрел, полностью все перестроено. И картинка детства, родной город, исчезла. Вот. Потом поехал Сыкуль. Тоже как бы первые мои впечатления, как море почти. И вернулся в Москву. Посмотрел родные места. Жириновский, говорят, не любит коммунистов, да, монархистов, сталинистов, немцев, поляков. А кого любит Жириновский? Тут нельзя так сказать, что прям не любит. Но неприятно то, что до сих пор коммунисты не хотят признать ошибочность. Не хотят признать, что революция была не нужна. Что это большая трагедия. До сих пор они считают это праздником. Ну не получилось модель, нигде не получилось. Китай, да Китай это мы сделали. Куба это мы поддержали. Корея это мы. Вьетнам это мы. Убери нашу революцию, если мы один слой срезаем, уничтожаем полностью, как можно. Уничтожили лучших людей. 100 миллионов, посчитать не могу. Гражданская война, 8 миллионов зарубили шашками друг друга. И ладно, мы уехали. Вот 10. А потом вот так практически по миллиону в год мы уничтожали. Вот столетие, как раз 100 миллионов. И неродившиеся дети. Это еще 100. Что каждый кто-то имел, одного ребенка мог иметь вполне. Вот 200 миллионов мы потеряли. Сейчас нам должно было быть 400 миллионов. Умных, здоровых, сильных и мощнейший потенциал научный. Мы бы обогнали Америку. Ну, Ельцин же запретил компартию. Сейчас... Я ставил снова в ноябре 94-93 восстановил. Почему? Советники сказали, референдум может не состояться, если коммунисты не будут участвовать в выборах. И в Госдуму могут быть выборы завалены. Вот они разрешили, они приняли участие. То есть это его недоработка. В Сайгоне часто фальсифицировали выборы и без коммунистов. Но коммунисты бы исчезли. Все. Если бы так с ноября 93 года запретили, но их бы не было. Была бы какая-то социалистическая партия, социалистическая, народная. Но их бы не было. А то, что касается немцев, это, конечно, сколько людей погибло. 50 миллионов. Такой трагедии человечество не испытывало. Поэтому какие могут быть симпатии к немцам. И сегодня они закоперщики всех антироссийских действий. И вот. Идут на поводу тех же поляков, а поляки мстят нам. Постоянно мстят и венгры. Вот, это вот. За что мстят? Поляки за раздел Польши. Угу. Потому что они долго были в составе Российской империи. За советский период, когда они тоже были практически в подчинении. Да. Вот они. Все пакости идут от поляков. Все последние 30 лет. Я думал, что англичанка гадит традиционно. Это классика. Англичанка классика, а это хулиганство. Вот разница. Классическая музыка и брейк. Вот поляки это сатанец брейк. А, так сказать, англичане это балет. Балет приятно смотреть, а это что? А как вы к ельцинистам относитесь? Вы были в Ельцин-центре, кстати, вот этом? В Екатеринбурге нет. Почему? Ехать надо, 3 часа самолет летит. Я так видел все эти описания и анализ. Естественно, я был противником. Дважды был его оппонентом на выборах президента, 91-96 год. Самая жесткая критика. Меня он даже, по-моему,
ненавидел больше, чем Зюганова. Зюганов, они же соседи. Вы с вами в Тверской жили вместе, в одном доме. Потом он на осеннюю улицу уехал. А так они, даже он выше, ниже. Вот они. От одного цепя получили лучшие квартиры здесь, в самом центре. Поэтому у него это было, как говорится, какие-то солидарности. Буквально до 87 года стоял и член ЦК, и политбюро, по-моему, секретарь ЦК. Ну, а меня он больше виновил, что я жестко критиковал. Зюганов же в первых выборах не участвовал. А во-вторых, естественно, он был главный для него конкурент, и ему обеспечили победу над ним. Поэтому Ельцин, его правительство, конечно, совершили огромные такие преступления, хуже, чем Горбачев. Вот. Даже, может быть, хуже, чем Октябрьская революция, гражданская война, потому что мы и Гитлер. Мы потеряли во время революции треть промышленности. И во время Великой Отечественной войны треть, при Ельцине половина. А вот территории, мы не потеряли территории практически, а при Ельцине потеряли люди. То есть самые большие потери от ельцинского режима. Он это понял и ушел со слезами на глазах. Вы знаете, мы в первой части говорили про Трампа, про Дональда, да. Про Дональда Трампа, про его победу в Америке. И одно из предвыборных обещаний было, что если его изберут президентом, он отдаст под суд Хиллари Клинтон за коррупцию и все эти преступления. А мы с вами несколько лет назад в прямом эфире беседовали на канале «Москва-24», и вы очень темпераментно сказали, что надо Чубайса арестовать прямо в его кабинете и немедленно отдать под суд в первый же день у этого ролика. И 97% высказавших в комментариях сказали, что Жириновский абсолютно прав. А один мой знакомый, и даже наш общий знакомый, политик, сказал, да ничего Вольфович Чубайса не сделает, это так популистские высказывания. А на самом деле они в детстве целуются друг с другом и друг друга любят. Никогда не общались. Там, чай попить, это в ресторане, близко. Нет, он приходил на отчет в Думу, мы выступали, я его критиковал. То есть у него глубочайшее преступление – это приватизация при участии спецслужб США. И мы за копейки отдали лучший завод. Но говорят, что выбора не было у него. Какой закон боролся с коммунистами таким путем? Да. Зачем бороться так было с коммунистами? Ты же разрушил всю страну. Я понимаю, бороться, запретить коммунистов, пожалуйста, там, прессу какую-то их запретить. Ты наносишь удар по всей стране. Такого удара никто не нанес. Никогда. Второе. РАО ЕС. Опять. Он обещал дешевую электроэнергию и модернизацию. Ничего не получилось. Дорого и все дороже и дороже. Никакой модернизации, аварии на многих станциях. Дважды нанес диверсию совершенно. Сейчас нанотехнологии уже почти 10 лет. И какие-то заводы это строят, но это все равно намного меньше, чем можно было сделать. Он хвалится денег немерено, и деньги лежат миллиарды и сотни миллиардов, а эффекта нет. Он показывает какой-то мобильник, из китайских запчастей сделанный, и даже, может быть, не у нас, показал Путину и исчез. Где этот мобильник в продаже? Наш, отечественный, ну где он? Поэтому вот такой обман. Я не мог реализовать свои как бы, обещания, потому что я не был у власти. Я себя хотя бы министром внутренних дел. Я депутат, поэтому я говорил, если в случае победы на выборах, то Чубайс, конечно, вот Гайдар, он уже умер, Явлинский, там, не знаю, там, Шахрай, Козырев, там, Мурмулис, Урмулис, да. Да, то есть все участники Беловежских соглашений, все участники разгрома промышленность. Вчера мы тоже уже умер. Вот, там есть Сосковец, есть, там, есть, не знаю, там тоже бывший мэр. Ну, Самары, то есть человек 10-15 глубоко виноваты в больших потерях нашей страны в конце века. Но вы только не про меня не про нашу страну. Вы очень сурово вот, в своих оценках, опять же, в той беседе, которую я вспомнил, вы говорили, что Сноуден предатель не должен быть выдан американским властям осуждён. Да. А смотрите, а допустим, Поклонская прокурор, она же присягала Украине, она не предательница вашей системы координаторов? Нет, нет. Нет? Украина особый такой подход. Украина в Приднестровье, у нас огромное количество с российскими паспортами.
Абхазия, Южная Осетия, там 70% граждане Российской Федерации. Поэтому она была вынуждена работать в Киеве, и она ушла оттуда с удовольствием, как только Крым, так сказать, вернулся в состав России. Поэтому надо исходить из чего? Что Беловежские соглашения не должны были иметь юридических последствий. Ибо никаких оснований, прав и, так сказать, какого-то зацепки до закона там писать бумаги, что СССР нет, а теперь СНГ, это в чистом виде преступления. И мы в марте 1990 года отменили ратификацию Беловежских соглашений. Их нет для России, а значит нет и для остальных. Потому что Россия один из главных, так сказать, участников и создателей СНГ. И если бы даже учесть, что, допустим, соглашение какое-то было заключено, но должно быть ратифицировано съездом народных депутатов РСФСР. Этого не было. Верховный Совет не имел полномочий. Это сплошная цепь, так сказать, неправовых действий. Поэтому все жители Украины имели право переходить в российское гражданство, и вот эти все их желания вернуться в Россию абсолютно законные, потому что создание Украины — это не было органическое государство. Донбасс Ленином дал территории, Сталин дал Хрущев. А остальные были у Польши. Если уж брать, то, как говорится, ладно, что-то дадим Украине, то Киев, Житомир, Винница, Полтава. А зачем Запорожье? Это уже Россия. Угу. Запорожье, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Николаев, Чернигов и Сумы — это Россия. Угу. Русские князья с севера ехали, вот Чернигов образовали. Ведь Украина только зазвучала только в конце 19 века и в Первую мировую войну. А знаете, как Поповская интересно, она говорила в одном из интервью недавно, я не знаю, спасибо или нет, Суворову приписала слова Грибоедовского персонажа, и на нее накинулись просто, ну, все. При том, что мы там знаем, что Владимир Владимирович Познер может приписать высказывание одного российского классика совершенно другому. Профессиональный историк Николай Сванидзе иногда говорит, ну, удивительные просто вещи. А здесь на нее накинулись. И достается ли вам, скажите? Ну, достается, потому что депутат. Так. Потому что если кто-то какой-то сказал, человек ошибся, и все. А здесь выгодно зацепиться. Потом Поклонскую хвалили долго в Крыму. Как бы немножко уже раскрученная фигура. Вот. В принципе, здесь в чистом виде, конечно, придирки. Потому что... И надо учитывать, что она 25 лет жила в другой системе координат, где не изучается история России, русская литература. Мы изучаем все это, и такие ошибки естественны. Я один раз долго думал, кто же автор Анны Карениной. Толстой, это другой, мне казалось. Потом меня поправили, что Толстой Лев Николаевич. Мы же не можем все помнить в голове. Вот. Грибоедов, наверное, хорошо-то знал слова Чацкого, что служить бы рад, прислуживать тошно. Вот. Потому что это школьная пьеса, я ее изучал, и в последнее время все время навязываю Михалкову Никите Сергеевичу создать трехсюжетный фильм. Вот «Ревизор», «Горе от ума» и «Мертвые души». Актуализировать. Сегодня все это актуально. Опять все так же. Резюмируя то, что Жириновский, можно сказать, что Жириновский любит русскую классику, Никита Сергеевич Михалкова и своего избирателя. Ну, в принципе, конечно. Михалков один из самых таких известных сегодня как режиссер, как автор и сценарий, артист, общественный деятель. Его слушаешь много лет, и впечатление о нем положительное. Но главное, чтобы все наши политики были за Россию. Как, собственно, например, больше. Да, да, это самое главное. Это как бы единственная ограничительная линия. Как по территории. Дальше пограничных столбов не ходите. И не сдвигайте их. Все, любые реформы, но пограничные столбы не трогай. И страна твоя, твоя родина — это святое. И, пожалуйста, езди по всему миру, живи, работай где хочешь. Но нельзя уехать в другую страну, проливать грязью свою. Спасибо вам. Пожалуйста.